Привет! Сейчас февраль, но мы уже подготовили для вас летний танцевальный спортивный лагерь, который пройдет в отеле «Гоу-парк» в Подмосковье. Мы пришли проверить проживание, питание, условия, в которых будут проходить тренировки. Погнали! На первом этаже отеля есть лобби, где можно с комфортом посидеть, пообщаться, поиграть в настольные игры в свободное время. Посмотрим номера, в которых будем жить. Три кровати, телевизор, чайник, зона отдыха, холодильник, санузел в каждом номере, душ, туалет. Очень нравится. Покушать мы все любим. И это пространство, где будут проходить завтраки, обеды, ужины в формате шведского стола. Все здесь есть. И нарезочка, и салаты, и горячие, и фрукты. Пойдемте, покажу. А здесь, собственно, мы будем кушать. Места много, все поместятся, все будут сыты и довольны. У нас в отеле есть открытый бассейн. Сейчас, конечно, конец зимы, бассейн без воды, но летом мы будем в нем купаться, загорать. Только ни в коем случае не бегать, не прыгать, не толкаться. Но зато возьмите с собой плавки и средства для загара. В нашем отеле есть фитнес-центр и закрытый бассейн. Каждый день мы будем проводить танцевальные и спортивные тренировки. В нашем распоряжении прекрасный огромный спортивный зал с кондиционером и специальным покрытием. Да, и у нас есть свой собственный батутный центр. Класс! Что ж, у нас есть все необходимое. Удобное проживание, трехразовое питание, комфортные условия для проведения занятий. Педагоги уже готовят для вас программу на лето. Вся информация в описании к этому видео и в социальных сетях школы танца ActiveStyle. Присоединяйтесь!